поделюсь с вами идеей прикольных тарталеток, которые я назвала «Хочу суши». На самом деле, по вкусу они очень напоминают привычные нам роллы. Все дело в схожести ингредиентов. Один свежий огурец я нарезаю кубиком. Если хотите, добавьте к огурцу еще и авокадо. Будет здорово. Да, и если внутри огурца крупные семена и он водянистый, то середину лучше удалить. Готовые тарталетки я хорошенько смазываю мягким сливочным сыром. В тарталетки кладу кусочки консервированной горбуши. Предварительно я удалила кости и кусочки кожи. Также в этом рецепте можно использовать красную рыбу слабой соли. Следом за рыбой идет огурец. Если вы решили использовать авокадо, то на этом же этапе добавляйте и авокадо. А теперь я беру предварительно отваренный рис и смешиваю его с остатками сливочного сыра. Рис можете брать совершенно любой, хоть рис для суши, хоть тот, который есть у вас дома. Получилась вот такая сливочно-рисовая масса, и ею я закрываю начинку. Не обязательно это делать абсолютно ровно, потому что сверху еще будет украшение. Для декора тарталеток я использую салат чука. Мне нравится его яркая окраска. Также можно использовать водоросли нори или даже обычную морскую капусту. Главное, чтобы все сочеталось по вкусу с начинкой тарталеток. Ну а теперь на каждую тарталетку выкладываю по ложечке красной икры. Кстати, в моем случае это имитация. Эта закуска по вкусу действительно очень похожа на роллы, а ее приготовление не займет много времени. Подавать такую закуску настоятельно рекомендую соевым соусом. Все любители суши оценят. Приятного вам аппетита!